Я исправил баг в танк онлайн, и вы его больше не увидите. Да. Кому спасибо? Мне спасибо. Кто страдал? Я страдал. Но за это, мне кажется, стоит поставить лайк. Ребят, рекомендую вам подписаться на канал Dragon145, так как это сделал я, поставить колокольчик, где даже есть видео со мной, коронную фразу от Вайдера, соответственно, залетите, подпишитесь, посмотрите. Также, как видите, я смотрю его стримчики, ролики тоже почекаю, поэтому также залетайте. И стандартный мини-конкурс от меня на целых 5 контейнеров. Для участия нужно будет поставить лайк данному ролику, подписаться на мой канал и в комментариях написать свой игровой никнейм со словом «участвую». Как только у нас пройдет ровно 24 часа, я сделаю итоги и отправлю 5 контейнеров какому-то одному победителю. Всем удачи, ссылочка на этот канал в описании. В данном видеоролике проходит конкурс на целых 60 контейнеров. И для участия нужно будет поставить лайк данному видеоролику, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Также нужно будет написать комментарий со своим ником и словом «участвую». И все, ты уже участник. Итоги будут проведены на моем стриме. Стримы, кстати, проходят каждый день в 18 по МСК. Подробная информация про конкурс в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и у меня долгожданное, радостное событие на моем основном аккаунте. Возможно, многие даже и не знают, в чем пачка и в чем прикол, и знают только истинные подписчики, которые сидят еще и на лайв-канале, на стримах. Вот, и можно сказать, ребята, я исправил баг в танк онлайн, и вы его больше не увидите. Да. Кому спасибо? Мне спасибо. Кто страдал? Я страдал. Но за это, мне кажется, стоит поставить лайк, потому что я реально у нас настрадался. Короче, что мы с вами сегодня будем вам вещать и рассказывать? Я сейчас вам покажу один фрагментик. Возможно, он у вас был когда-то, и вы его легко исправляли. Но открываем ролик на моем, соответственно, аккаунте. Основном это еще буквально было сегодня с утра. И смотрим, что же у меня здесь такое происходит. Я захожу в заданочки и пытаюсь забрать заданки, которые висят у меня уже дня 3 где-то. Я типа забираю заданки, типа 9 уровень у меня зачисляется, но, как вы видите, заданка у меня не уходит абсолютно никак и никуда. То есть мне типа призы зачислились, вот, но заданки, как вы видите, у меня не уходят. И потом я клацаю, они уже не забираются, все, я ничего не могу сделать. Заходим в те же самые контейнеры, контейнеры тоже забагались, они не забираются. И, возможно, кто-то из вас подумал, да блин, так это же вообще изи-пизи, ты просто заходишь, забираешь как бы заданки, обновляешься, у тебя все прибавляется, прибавляется и прибавляется. И тут я вас немножко, ребята, разочарую. Это просто... просто визуал, как будто у меня забрались эти призы. На самом-то деле они не забираются вообще. То есть ни кристаллы мне не зачисляются, ни звездочки не зачисляются. Ну, то есть ничего абсолютно мне не зачисляется. И единственное, что... возможно, вы могли бы мне посоветовать в данной ситуации, это, естественно, выйти с аккаунта, либо перезагрузить просто клиент, браузер, и зайти заново и забрать их. Типа, вот, ну, вот так это обычно исправлялось. Но, ребята, не в этом уникальном случае. В этом уникальном случае у меня... ничего не справилось. И тут я сразу скажу, я пробовал заходить через два браузера, Яндекс, Опера. Зашел потом также через ВКонтакте, пробовал забрать. Зашел через официальный клиент, соответственно, тоже пробовал забрать. Ничего не получается. Выходить из аккаунтов я тоже пробовал. Перезаходить через аккаунты я тоже пробовал. Ждать рестарта серверов я пробовал. Целых 3 дня, соответственно, я ждал этих рестартов. И... ничего абсолютно не помогало. Потому что я у нас, соответственно, попал на выходные дни. А как известно, выходные дни разработчики у нас отдыхают. Соответственно, выходные дни я у нас ничего абсолютно не смог сделать на своем аккаунте. Заданки я у нас тоже, соответственно, не выполнял. Вот, но потом... как мне уже написали, я у нас словил какой-то баг, вот, и его, ребята, его уже исправили. Да, походу я был тем самым единственным человеком, потому что ни у кого такой проблемы не было. Я показывал это на основном своем канале, также на стримчике, и ребята мне там советовали то же самое, типа, да ты просто обновись и выйди с аккаунта, и все хорошо. Типа, у меня такое 1000 раз было, это именно так исправляется. Но после того, как я показывал саму эту проблему, в чем у меня как раз таки заключается суть и соль этой ситуации, они говорят:
говорили, блин, не знаю, у меня такого никогда не было. Странненько. Вот, я, получается, первый человек, ну и сразу, естественно, единственный, потому что все, ребята, вы можете спать уже спокойно. Баг вы этот не поймаете уже никогда, потому что его уже, соответственно, в танках онлайн исправили, пофиксили, и сейчас все хорошо, все вроде как nice должно быть, поэтому можете уже не переживать. Вот, но, блин, баг, я бы, типа, не сказал, что он особо неприятный, но просто у меня, смотрите, была такая фишка. Я у нас долгое время не играл вообще на этом аккаунте, потому что здесь смысла особого нету. Просто я у нас там уже докачал себе аккаунт бездонатистский. Я думаю, блин, ну что делать, а? Ну что мне остается делать, кроме того, как просто, допустим, брать и выполнять заданочки вот на моем этом аккаунте. Ага, понимаю. Ну понимаю, это в принципе дефолтная тема для танк онлайн. Заходишь и, как говорится, мячик еще не приземлился, а чувачок у нас уже забирает это все дело себе. Понимаю, даже, дружище, не буду на тебя обращать внимание, давай там стреляйся, пихайся, что хочешь делай, я у нас флажочек по бурику, по шурику доставлю, мне у нас замечательно, мне у нас хорошо. Вот, типа, парадокс заключается в том, что я у нас не играл на этом аккаунте, и тут я захотел на этом аккаунте порубиться и поиграть. Соответственно, решил повыполнять задание, и хопа, и сразу словил баг. Сразу словил баг, который до этого у нас никто не ловил. Но, может быть, как раз таки он у нас заключается в том, что типа заданки у меня как были типа старые, может быть, они у нас какие-то забаганные были до этого, может, там какие-то режимы тоже дерьмовые были, в которых я у нас, соответственно, это все дело выполнял. Короче, не знаю, в чем суть, в чем соль, но меня единственное радует тот факт в том, что этот баг у нас уже исправили разработчики, и, соответственно, сейчас все работает хорошо, замечательно, и не стоит переживать вообще ни о чем. Вот, поэтому вот как раз таки на эту тему я и хотел у нас записать ролик и, ну, уже сказать и рассказать ребятам, что проблема решилась наконец-таки. И на самом деле я сперва хотел у нас ролик записать, типа, что вот, как этот баг исправить, если его кто-то словит и кто-то поймает. Но, слава богу, как мне сказали, что все. Не стоит уже переживать, этого бага больше никогда и никого не будет. Так, прикольно, меня, конечно, там заскамили. Шафты, я вас люблю. А можно, пожалуйста, я вот к этому шафтику вонючему приеду и небольшой привет ему передам? Можно или не можно? Ну, вот, я не знаю, мне что-то вот прям хочется, как говорится. Небольшой, ребят, приветик ему передать. Ну, давай, дружище, давай. Давай, погнали, поехали, дополнительный урончик. А, понимаю, не... Никому я ничего не передал, потому что меня этот странный шафт опять заскамил. Но мы, в общем-то, выигрываем. Давайте я его еще попытаюсь по дракону. Да ты серьезно, ты опять меня ваншотнешь? Гад такой, а? Смотри. Смотри, око Яны стоит. А здесь еще и бомбочка, которая сейчас будет лететь, да? У нас сейчас голды метеориты. Соответственно, а может быть, мы голдик, ребят, с вами поймаем в старые добрые времена на моем аккаунте. Но почему, как говорится, и нет. Правильно. Поэтому сейчас мы вот так вот высунем небольшую свою часть и поедем за этим самым. А, так это же сброшенный золотой, блин, нафига я не поехал? Я-то думал, это у нас обычный, на котором можно у нас тут что-то такое прикольное поделать. Блин, а что у него, кстати, за дрончик? Скорее всего, у него бустер, потому что, типа, он меня так легко ваншотает именно с ДДшечки. И что-то как-то он меня очень сильно напрягает. Вот смотрите, недавно я записывал ролик про шафтов, типа, что за культ таких шафтоводов, когда у нас все играют на этих шафтах. А, понимаю, пацаны. А, ребята, видимо, за мою команду решили у нас, ну, типа, мы выигрываем, можно у нас абсолютно никак не играть, можно ничего не делать. Правильно я понимаю? Ну, видимо, правильно. Я понял эту ситуацию, эту тему, и, как я понимаю, мы что у нас за оставшиеся 2 минуты это все дело у нас просринькаем, да? В общем-то, ничего удивительного, дефолтная ситуация на любом моем аккаунте, любой моей команды, как только мы, соответственно, начинаем более-менее играть, более-менее тащить, сразу находится какой-нибудь типочек, точнее, какие-нибудь типочки за мою команду, которые абсолютно никак не хотят ничего делать и никак играть. Ну, давай, дружище, хотя бы ты у нас доставь, молодец. Вот здесь, конечно, вообще бесспорно, чувачок, который на втором месте у нас заиграл и отыграл замечательно. Мы теперь у нас тоже вырываем 2 флажочка, хотя сперва вырывали у нас 3. Кстати, про игры на званиях легенда. Мне хочется сказать отдельное, как говорится, знаете, отдельное особое
Как же это вот выразить, чтобы никого вот не обидеть? Вот как же бы это сказать, чтобы никого не обидеть максимально, чтобы все было хорошо, чтобы все было отлично. А я просто у нас недавно играл на... Ну, не недавно, а уже на постоянной основе играю на своем аккаунте Легенды. И, соответственно, здесь тусуюсь у нас в этой тусовке с легендами и замечаю, какие здесь игроки играют. Зачастую душные. В каком плане? В плане том, что... Боже мой, вот найдутся чуваки, которые у нас играют на арте, чуваков также много, которые на шафтах играют. И зачастую почему-то мне попадается такая команда, которая не тащит. Ну вот абсолютно никак. Мне вот сейчас вот удивительно, что мне попалась вот именно такая команда, которая более-менее играет. А уж когда я у нас выполняю как раз таки вот эти три заданочки, здесь никто абсолютно ничего не делает, никто не играет. Все что-то стоят на одном месте, потеют, там 200 шафтов, соответственно, играют за команду противников, и как бы все нормально, все четенько, наверное, хотелось бы мне сказать, но не в этом случае, потому что здесь действительно мне что-то, ребят, немножко подвезло, немножко, соответственно, зафартило, и как бы нормально. А я буду, ребята, вот так же делать, как, соответственно, мои враги. Знаете, что они делают? Смотрите, приносишь флажок на свою базу. Вот это у меня крестьяческая тема, прям вот раздражает, не знаю, и она встречается только на легендах, когда играют за регби, вот в частности. Привозят флажок на свою базу и просто ждут время, пока у нас эта вся тема пройдет, пока у нас, соответственно, эта тема вся у нас будет. И потом, что они делают, остается 3 секундочек такие, опа, и флажочек как бы в киллзону. Флажочек в киллзону передался. Таймер битвы у нас, ну и не таймер, а битва, соответственно, думает, ну блин, нужно зареспить в новом месте. Мячик респается, и когда, соответственно, эта тема летит, ну, можно у нас уже, соответственно, расслабить немножко свои булочки, потому что команда противников у нас уже в любом случае никак не выиграет и никак не победит, даже с учетом того, что если они этот флаг один доставят, ну, ничего, по факту, это им особого-то и не даст. Ну, доставят они один флаг, и как бы и все, на этом их полномочия, они как бы уже это самое. Ну, вы понимаете, вот такие темы мне почему-то встречаются только на больших званиях, и что-то как-то меня это напрягает. Видимо, не зря я в свое время перестал играть на таких высоких диапазонов, потому что, ну, я не знаю, я, по крайней мере, не получаю того самого удовольствия, той самой борьбы, которая у нас есть на мелких и средних званиях. Там чуваки играют до последнего и, как говорится, не в крысу. Если, ну, то есть они выигрывают, они пытаются еще доставить и дают шанс доставить как раз-таки команде врагов это все дело. Я, конечно, понимаю, что это такие тактики имеются, но что-то мне такие тактики особо не нравятся. Ладно, на этом мы с вами будем заканчивать данный видеоролик. Кому он понравился, обязательно ставьте ему свои царские лайки, также не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами был Вайдер, всем пока-пока.